21 ноября журналисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – День телевидения. В пресс-центр редакции «Ульяновская правда» приехал губернатор Сергей Морозов, чтобы поздравить самых юных представителей профессии – журналистов детской передачи «200». Представляете, вот столько лет уже замечательные взрослые несут через экраны самую современную информацию, доводят до людей, рассказывают, поют, заставляют нас смеяться, плакать, рассуждать. Поэтому вот очень уникальное просто явление в нашей с вами жизни. Ну а вот как только что сейчас вас представили, значит, вы уже имеете непосредственное отношение к этой замечательной профессии. Юные журналисты и правда давно знакомы с процессом съемки репортажей. Над выпуском передачи «200» трудится более 70 репортеров. Самому старшему представителю команды 15 лет, а самому младшему недавно исполнилось 4. Ребята заранее готовились к приезду гостя, прорабатывали вопросы, разрабатывали сценарий ролика презентации об их деятельности. Каждая минута ожидания приравнивалась к целому часу. Когда встреча наконец состоялась, эмоции переполняли ребят. Это просто вау. Вау. Классно. Это просто вау. И в первый раз с губернатором встретилась. В ходе беседы дети задавали губернатору все интересующие их вопросы. Успели поговорить и об увлечениях, семье и о сложности выбора профессии. Ответы Сергея Морозова навели детей на мысль, а каким же главным вопросом задавался он сам, когда был в их возрасте. Что если человек ставит перед собой цель, если он понимает, как эту цель достичь, то он ее обязательно достигнет. Поэтому я находил потом через некоторый период времени ответ на те вопросы, которые меня интересовали. Как стать настоящим человеком? Я им стал. После беседы у детей осталась целая буря эмоций, а вместе с тем и пара вопросов, которые они хотели, но не успели задать. Есть ли у губернатора двойники, которые их где-то, его где-то замещают? У меня еще был вопрос, кем он хотел стать, когда был маленьким? В честь праздника дети получили подарки. Самым ценным из них оказалось предложение губернатора провести вместе с ним один рабочий день. Побывать в интересных местах, взять интервью у знаменитости региона. Одним словом, полностью окунуться в журналистскую среду. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости УлПравда ТВ.